Сегодня 19 сентября, город Саратов. Погода как в солнечной Грузии или Абхазии, то есть замечательно. На Волге температура воды 22 градуса, на воздухе 28. Что могу еще сказать? Приезжайте к нам в Саратов, вы будете рады и удивлены. Вот смотрите, люди хорошие. То есть про погоду я вам уже сказал. Про воду я вам уже сказал. Про что? Про газ рассказать? Газа у нас в России нет. Весь газ ушел на восток. Понимаете? На восток. С Европы на восток. Всем пока.